Сейчас я покажу тайскую экзотику. Видите яйца? Они разной степени тухлости. И вот эти яйца, которые слева, вот я их близким планом, они уже с разбившимся внутри птенчиком. Да, там зародыш птенчика уже развился, и вот такое яйцо варят. Но это жуть, конечно. Для меня это неприемлемо. Ну, кому-то нравится, считается полезным такое яйцо. Ну, вот здесь опять насекомые. Что тут новенького? Опять жуки, лягушата маленькие. Вот там какие-то жуки черные. Я таких, по-моему, в прошлый раз не фотографировала. Вот это кузнечики маленькие, кузнечики большие, жуки огромные. Личинки. И вот там вдали, сейчас я подойду поближе, посмотрю, что там. Здесь вот вижу тоже кузнечики, они совсем крошечные. А справа, какие-то мухи. Вот они, прямо с крылышками. Сейчас попробую сделать фотографию. Слева маленькие кузнечики, а справа какие-то мухи. Сейчас мы посмотрим. Ну вот как их покупают. Накладывают вот себе все, что нравится, а потом девушка оценит, насколько, на какую сумму все это, весь выбор получит, оценит она. Во сколько все это выльется. Я не буду тут покупать насекомых. Я их даже ни разу не пробовала. Неотъемлемый атрибут тайского рынка – это жареные насекомые. Чего тут только нет. Вот такие огромные кузнечики. Также маленькие-маленькие крошечные лягушата. Подается все это с травкой. Вот это белый – это лемонграсс. А также справа кинза. И также еще другая зелень, напоминающая на вкус наш кориандр. Слева, ой, даже не пойму кто, справа какие-то опять жучки. Вот такие кузнечики, вот такие плавучие жучки жареные. А вот это вот куколки, гусеницы, вот такие, тайцы их любят. А также вот такие кузнечики, а там кузнечики поменьше. То есть очень много разных видов кузнечиков. Но самые ужасные я вам сейчас покажу. Вот такие гусеницы шелкопряда. Ой, эти гусеницы, да. На меня наводит ужас даже их вид. Вот такие утиные шеи продаются, субпродукты. Вы знаете, что я мясо не люблю показывать. Ну, буквально одна минутка. Вот это кровь кровяное, что-то такое будет. И еще покажу одну экзотику, которая в Китае, в Таиланде тоже имеет место быть. Это вот эти лапки. Лапки продают, видите, соус. 25 бат. Обычное дело. Куриные лапки. В Китае такие бывают и в Таиланде. Подают их как в бульоне, так и с разными соусами. Насекомых тоже покупают. Люди подходят, берут. Не только туристы, но и тайцы. Он тут же жарит их. Утиные шеи. Никогда не буду есть. Никогда. Ну и какой же рынок в Чаме без жареной крысы? Бедные крысы. Мне их жалко. Ну вот при нас сейчас купили вот такого жучка. Стоит он 20 бат один жучок. При нас сейчас купили его, пакетиком завернули. Так что это штучный товар. Я, конечно, ни за что не попробую, ни за что. Гриль, жаба тайская на гриле, а также грибочки. Кстати, вот цена грибочков. Пакетик 50 бат. Как я люблю грибочки. Яйца варятся на полу с травками. Но вы видите, в каком они состоянии. Уже вывелись почти птенцы. Вылупляются. Это на любителя, далеко на любителя. Я, конечно, такое яичко никогда не попробую. Никогда.
Здесь оно с кинзой, с травками, плохого запаха нету. Насекомое. Что покупают люди? Добавляют туда специи, соль и в пакетик. Вот такие продаются шашлычки из очень крупных тайских лягушек. Никогда не попробую, никогда. Мне жалко этих лягушек. Я хочу, чтобы они живые были в своей среде обитания. Уна, арой. Арой, арой. Ну, крыса вкусная, жареная. Не для меня.